Coño, se te tiene coño. Coño, se te tiene coño. Стоп, стоп! Досмотри до конца! Что лучше? Взять CSGO Prime за 1000 рублей в Steam или за 100 рублей на LOL Steam? Я думаю, выбор очевиден. LOL Steam — это честный и безопасный сайт, где ты сможешь найти дешевые аккаунты по любым играм. Вчера не камера? Да. Здравствуйте. Как мы это сделаем? Да. Саранча. А вот саранча выкинуть, блядь. Минус 45к приехал. Добрый вечер, мы опять пришли. На террасе, в зале. На террасе. На террасе есть место? А в зале сегодня, знаете, по идее, шумно сегодня будет. Ну, в 11 может быть. А сейчас король, когда начнется, балаган. Хороший саранча. Здравствуйте. Привет, саранча. Хороший отдых. Хороший отдых. Спасибо. А вот, нет? А у нас место, вот и пора. Имя саранча, блин. Мы здесь сядем? Вопросы, да, там. Ну, когда мы закрыты, террасы? Пойдем закрыты. Да, здесь не покажет. Там, где нам покажут. Куда жест? Идем жест. Пойдем жест. Тут написано Сарера. Саранча. Это флешбеки 45 тысяч здесь у меня были. Знаешь, из-за чего это было? Дубайская сим-карта вам прибыла. Да? Она боролась с русской. И что, кто там видел? А, нет, прикинь, все равно. Четко идет саранча вот здесь. А вот кроссовки классные. Это Puma кроссовки, да? Хорошие, они зеленые. Я буду сходу салат, сходу яр помидоры. Подождите, что вы? Я не знаю, что буду. Три штуки, да. Три салата. Да. Да. А чем заправляем? Ничем. Не масло. Сотый бензином. Одеялом. Два масла. Не да. Масло. Подождите, подождите. Да. Не, я без масла, я без. Подождите. Два масла. Я еще. Я не буду, у меня брат пассажира нет. Да, два масла, один ты не смотришь. А что мне кушать? Что вы так быстро заказали? Закажи курочку грил. Я буду курицу на пока. Вот это. Цыпленок кукурузный. Два. Три. Блядь, что кушать? А какие супы есть? Сюда рулька. Не, супы сегодня не заходят вообще никакую. Суп сырный, попробуйте. Ой, не, не люблю суп. Свиной жест. Вау, бля. Какой шесть? Борь зеленый есть. Лангустины? Рыб чили из колочи. Сибаса. Блядь. Аккуратно. Вы садите место на террасе. Сразу переходите. Да, очень жарко. Либо это выключить можно? Там сейчас я хыр сделаю, смотри. Все, хыр сделал. Да. Ладно, давайте курицу. Еще тут долго думал. Я не знаю, что это. Колу со льдом. Мангал, мангля, шашлык из свиной шеи. Яблочный штурм. Как ты найдул бы хавы? С манго-маракуйей. Или в торговом центре. Шмами, да их тоже нельзя сегодня. Диета же тотальная. Что посоветуете, я не знаю. Я курицу до бока возьми. Мясо. Мясо. Как по старинке, 50 грамм виски. Какое мясо любите? Свинина, говядина, баранина? Свинина? Говядина. Говядина? Это либо стейк, либо медальон. Без строганов можно приготовить. Без строганов можете? Да, хочешь совет? Браунина, бифштекс с кедровыми орешками, эстрагоном. И эстрогеном тоже. Эстроген мне не надо, братан, у меня все в порядке. На зеленый. Эстроген. Ой. Бифштекс. Бифштекс. Салат нужен потом? Туда надо, брат, по-любому яр помидор. А, ты не добавил, да? Нет. И сверху тогда ему овощи на гриле. Он такой. Да, да, я такой люблю. И еще туда надо гарнир какой-то. У меня никак красивый у вас френч. Франчик красивый, Франч. Это шачир, понял? Что там мы говорили, этот? Гарнир. Гарнир, шачир, как что брать? Овощи гриль выбрать, нет? Не, ему еще надо. Хватит, нет, что? Пюре. Пюре есть? Пюре, да. А, пюре надо. Фанта есть какая-нибудь? Если фанта, есть добрый апельсиновый. Ну, очень похоже, кстати. Давайте. Что там, что? Я сегодня вам верю, знаете. Что угодно скажите. Сегодня или вчера, позавчера тоже? Сегодня у меня хорошее настроение есть. А, не-не-не, сейчас есть, подожди, суета здесь. Так, пока все? Ну, пока да, бросок еще прощаемся. Хлеб нужен будет, нет? Да. Можно? Вот вчера приятный был такой, принесли. Чабата. Горячий. Ну, только белый. Белый только. У кого есть Samsung? Самый последний. Надо тест сделать. Нам нужен Samsung на тест. По-братски, у кого есть в Сочи или там в Краснодаре где-нибудь. Нахуй нужен? Нам кое-что хотим проверить, короче. Я твердый сделать. Есть кто-нибудь сейчас, прямо сейчас в этом, в Сочи, с последним Samsung приехать сюда, по-братски, один стрим на нем запустить хотим. Тестовый. Да. Купи. Зачем покупать вдруг он говно, как обычно, Android? Да. Что? Я расстроился, что телефон сломал. Реально? Да. Не расстраивайся, баба.
Android Нефор. Адам, окошко, это пиздец. Симбулька. Android Нефор, iPhone мужчина. Месси Нефор, Роналду мужчина. Наоборот. Китайский, китайский авто Нефор. Наоборот, брат. Месси мужчина, а не-не-не-не, Роналду шу. Почему? Месси Нефор. Почему? Потому что... Месси всю свою жизнь в одном клубе был. GS, только в нем мог выиграть GS, когда на нем вся команда GS играла. Да. Роналду по всем клубам прошелся, везде выиграл. Везде тащил. Ему сейчас сколько лет, он 40 голов сейчас. Сейчас он в Аль-Хадиде. Я не спорю, брат. Ну, типа, Роналду хорошо играет. Но Нефор, да, не он. Его сын. Не, Роналду реально мужчина. Роналду мужчина. Хорошо, ты хочешь сказать, что... Вот скажи, пожалуйста, как зовут тебя? Как? Роналду или Месси? А? Месси. Я тебе говорю, брат. Нефор, позови, спроси. Айфон Блюкбрик. Смотри, брат, одно дело. Хорошо, ты одобряешь Сережку Мухи? Что? Сережку Мухи одобряешь? Это он и дал это моду. Брат, ну я не осуждаю это. Нефор, ты. Смотри, он в глубине души, может, он внешне нефор, в глубине души он мужчина. А Месси притворяется мужчиной, а в глубине внутри он нефор. А в чем его мужчинская составляется? Кого? Мужской, а? Смотри, когда было землетрясение в этом, он свой отель отдал, чтобы люди там жили. Это базару нет, хорошо. Мужское? А, это мужское, да. А этот Месси животным и всем подряд, короче, помогает благодарительностью, хуярил. Я видел. Хорошо, еще. Месси, знаешь... Роналду всему арабскому миру помогает. Да, вот так хотел сказать. А Барселона только одним. Смотри, в арабском, не в арабском мире, а там помогает, ты знаешь кому? ЖС. Африке. Давай не будем в этом. Да, лучше не надо об этом. Кому? Барселона помогает одной стране. Хорошо, мне похуй на клуб, я говорю про то, что Месси не нефор. Ну он и нефор, да, он всё. Не одевается по нефору. Вот и все, разговор окончен, ёпта. Месси Беретта. Роналду Гуад. Гуад. Они оба гуаты. А, реально? Они оба гуаты. Козел с жестом. Я тебе говорю, 0246, да, есть утром? Я говорю, за Нефор или за там, Нефор? Там билетов нету. 0246 нет на поезд билетов. Вау, брат. Джинсы. А, брат. Топ. Вообще эти джинсы, пацаны. Они, брат, тянутся, поняли? Все, раз. Вот эти посадки, они серьезные вообще. Сидели. 3500 рублей штаны стоят. Дебил, там еще одно место есть. Везде, бро, именно, вот знаешь, именно бомбовая такая. Я не знаю, как объяснить, такая, поняли? Чуть-чуть сидит бомбово все на ней, понял? Все именно порядочно. По правилу, Рамняна. Где купил в этот... Я куплю немножко подальше от вас, разница. В Дейкине. Ты нахуй, не знаю, в Заре. Пацаны, ебучи, брат, именно знашинские, поняли? Типа не нефорские, а такие знашинские. Широкие батоны такие, поняли? Не зауженные, такие широкие, поняли? Саранча хорошо идет. Саравшана пайпы, они гуляют сейчас. Вы отдыхнули они. Мои пайпы где вообще? Не знаю. Не, они широкие очень, брат. Хочешь, я встану, покажусь. А вы видели по-любому, брат? Штаны, они видели, нет? Мы не на стриме попали? А у Нимат, здесь кто-то пишете. Вы кто-то пишете. Да, я вижу. Такие леггинсы. Сука, они меня байтятся или что? Вы меня хохолуете на мной, брат. Что леггинсы, что это такое? Че, ебануты они широчайшие просто. Посмотрите, как они. Широчайшие, блядь. Ты когда с Турции приехал? Тверян. Да я встану и покажу им, сука, блядь. А нахуй ты доказываешь, брат, все нормально. А я что, я леггинсы ношу, блядь. Когда они леггинсы? Какой... Да они тянутся, они широкие сами по себе, блядь. Они как шаровары, блядь. Какие леггинсы? Я вас выебу всех, нахуй. Подожди, я тебе к этим колготникам покажу, блядь. Что, ну внизу узко, да. Какой узко, чё? Сука, меня батит, чёрт, блядь. Чтоб ты стал до того, что ты. Вот так, да, пока смотри. Посмотри. Спроси у них, как тебе штаны. Спроси штаны. Вон именно чё банк. Скажи, пожалуйста, штаны широкие или узкие? Посмотри. Так. Ну, сидят или нет? Нормально. Нет. Мужчинские или такие, говорит Берецкий? Мужчинские? Мужские. Вот они. Нет, они вам другие. Да они это на стриме люди говорят. Это вот там говорят. Это на стриме, ну, типа, прямой эфир. Нет? Нормально даже? Мы просто сами с Турции, мы болеем за узкие штаны. Потому что мужчина должен носить как колготки. Как колготки? Да, конечно. А почему там так колготки? В Турции? Да. А потому что красивых девочек мало. И вот они все друг с другом ходят. Если что, это просто он нам подсел, мы его не знаем. Ну, вот этого типа мы не знаем. Шарнир его зовут. Да что вы попали? Не, ну, блядь, если честно, я вообще хотел по-другому сказать, типа, почему там много красивых парней, я думал, она сказала. Ну, типа, они стараются быть красивыми, понял? Я перепутал, блядь. Бля, не надо, по-братски, знаешь, мне тут сказал, ну ты конченый. Ау, бля.
Ах, она сейчас пришла, манго, маракуйя. Я уже не покатил, мне похуй. Отвечаю, ты весь красный, нахуй. Помодор. Отвечаю, у тебя уши красные. Отвечаю. Вот там. Говорит, значит, обо мне жест. Ну, опять тоже четко. Да. Почти. Все будет. Не, мы просто в розыске с нами фоткаемся. Да, если честно, мы да. А? Да, не. Федерально. С Грузии сбежали, что-то. С Грузии? Да. А как, через Лас? Нет, зачем? Через Турцию? Через Лас, я же не дурак. А потому что мы люди открытые, знаешь. В этой жизни, если ты будешь обманывать людей, в любом случае спалится. 40 дней, знаешь же, вместо воровства. И враньем. Лучше правду сразу стрелять. А почему вы в Грузии сбежали? По 162-й пошел там, поэтому. А на Грузии? Марчла, картвели, хард. И картвели. Марчла. Садауры, бихард. Мама, чем зерно, что ты дали, суани, да? Кимели. Хо, киватан. Нет, билисе любить его. А, кей. Ну, ну, кутаиси хорошо. Да не, просто вада утра. Кудула. Да не, если честно, в моменте бывает такое. А что, в Тбилиси не ходите? Она меня не взяла. Да ладно. Да. Сори, хард. Все правильно. Я хочу там жить. А где именно? Я квартиру продаю, не хочешь? Где? Московский проспект. Сколько квадратов? 110 квадратов. Ну, 4 комнаты плюс лоджия и 4 подвала. Сколько стоит? Сколько стоит? 160 тысяч долларов. Ну, можем, короче, для тебя 15 миллионов. Аба нахер, а по себе я их отвилищ. Ки, аба вали без мети рамок. Ки. А ну матлак айбина. И меня суахали хуэлаферит. Там ремонт, что я сейчас тебя перебью, извини, я за ремонт отдал где-то 40 тысяч за ремонт. И мебель я купил, короче, в 3 комнаты, отдал где-то 30 тысяч долларов. Только за мебель. Давай. В смысле, там мебель? Подожди, сейчас фотки найду. Пошла резкая продажа. Сейчас пойди на туре. Ну, за... налом могу скидку сделать. Это так, знаешь? Если мало? Не, налом. А, налом. Первый этаж, 3 парковочных места. И плюс гараж. Гараж. И один подвал, и еще один подвал с лоджи, поняла? Ара, именно подвал, знаешь какой? С полками совсем. Такой, а, упорядочный. С полками. Я просто женат был, жена там жила. Да, ну что, здесь девочка, приходи, не палиться. 26. А сколько родителей? Чё, зачем ты сказал? Она сколько выглядит? Да, интересный вопрос. 30 уже. Сколько? В натуре? 30 вам? Прекрасно. А сколько мне? Сможете вот угадать с одного раза? Где-то видел тебя. Отвечаю. Наверное, в Грузии. 30. Я стар уже. В натуре. Весы? Ау. Какой шестый. Рак, прикинь. А я 20 июня, прикинь, я близнец. Да? Ушел. Двоечки очень хорошие. А, я шестерка, кстати. И хвосты у меня есть эти, как они называются? А, у меня фото, квартиры нету. Как эти хвосты называются? Ну, фу, забыл. Скорпион! Кто? Какие? Я весы. А, какая разница? А, спасибо. Сейчас вспомню, как это называется. А, у тебя недавно блогер? Да, 3 октября. Спасибо большое. Вас тоже. А у тебя когда? Я? Да. Рак? Седьмое. А, не знаю, прямо ли... Блядь, прикинь, почти все упало. Раки хорошие, прямолинейные, знаешь, люди? Кто, раки? Да, вот так говорят. В лоб говорят. Самый семейный, самый лучший. Близнец. Близнец самый семейный. Она у нас Овен. Близнец? Кто? Да. Овен. О, Овен вообще. Самый семейный, знаешь, ни разу не... Самый семейный. Такой, как вранье, куда детях подруги. А рак кто? Рак, у нас раков нету. Близнецы, весы. Короче, я не могу фотку квартиры найти. Ее просто нет. Ну да. Просто перешли к знакам зодиака. Да, а какого года кролика вы? Года кролика? Я волк. Я. Натуре? А я, прикинь... Я петух, прикинь. Чувствуй год. Хотите? Я близнец, и я фотку кролик, прикинь. Везде дабл. И у меня был близнец еще. Жена? У меня? А, подожди. И кот и кролик еще. Мы все разведены на самом деле. Да. Все девочки, они хотят от нас одного. Сегодня? Чтобы рейтинг сегодня. У меня была девушка стрелец, я сразу развелся. Где родился? Сколько вам лет, чтобы мне 30. Мне 26. Вы тоже развелись?
25. Короче, мы как делали? Вы так спокойно 29. Сидите. Что? Это наш персидский друг. Это он перс. Не, серьезно, перс. А он скажет что-то, брат? Дабу-дабу. Не, нормально скажет. Да, он русский плохо знает. Дабу-дабу, говорит. Он сказал, вы красивые. А вы, как вас зовут? Ренат. Ренат. Да. А как думаешь, что я по нации? Иранец. Он не грузин. Не, иранец он. У нас тут очень сильная смесь. Скорее всего, иди. Не. Аба? Аба? Ну подумай. Попробуйте, у нас тут все смесь сидит. Здесь все разные нации. Смесь, хорошо. Да. Грузинка, армянка. И езидка. Не угадайся никогда. А, Серега? А, гречанка. Гречанка. А, нет. Гречанка? Нет. Абхазка? А у нас, смотрите. Волосы. Чуть сзади смотрите, армянин. Так. Азербайджанец. Турок. Талыш. Да ладно. Да. У нас тоже интересно. У нас очень интересно. У нас невозможное трио. Это просто хер. Нам не хватает русского. Почему? Есть же. Кто? Макс. Макс, он не русский. Вот. Он талыш. А вы кофе, да, пьете? А сигареты где? Здесь рядом. Все, брат. А, это уже рестайлинг. Понял, грузинский рестайлинг? А вы на картах гадаете, да? А что такое? Ну, это батончик в сахар. Я думал, как... Кто-то из вас занимается одеждой? Одеждой? Ой, извините, пожалуйста. Кто? Я один раз был в Абхазии, кстати. Мы с собой хочу были, в помнишь? Абхазии, помнишь? Очень Абхазии понравилось, очень. Мы жили в отеле прямо на пляже. Я вот так. Очень классно. Да. Ему нельзя. Ты родился в Грузии? В России. В России. Как он переехал. Убежал. Небольшая суета тоже произошла. Я, кстати, ездила, и я удивилась тому, что в Грузии можно получить документы за 3 дня. Да. Ну ты платишь, нет, ты платишь официально, ты, это не взятка, ничего. Срочная, 3 дня есть день, есть как, ну, как все, подождать 2 недели. Бульфак. Я вот так хотел права получить, не смог, прикинь. Права хочется. На год прав решили, да? А ты когда была в Грузии? Я училась уже год, какого числа? 20-го числа. А в Сванэ ты была? Нет. Я оттуда, я там жил. Да, серьезно? И что ты успела увидеть? Я Сван. Где? А я брат Свана. А, частный дом, да? А? Да? Частный дом. Соскучился, знаешь, под Белисяра, да? Тоже, пожалуйста, влажный смотреть. У меня, короче, у друга туберкулез. Это не про меня. Я не его друг ЖС. О, давайте все в Грузию поедем, только вот паспорт надо сделать. Я забыл, как называется, кармический хвост у меня, вот. Или что? Кармический хвост! Вот, вспомнил. Да, прикинь. У меня очень жесткий кармический вопрос. Я очень конченый, да? Что мне по жизни всегда одно и то же. Вот. Но это меня преследует, пока я это не перестану делать. Да. А но я и не перестану это делать. Почему? Потому что. Кармический хвост. Ну, с девушками, да. С девушками связано, понял? У меня кармический хвост. Ну это проблема. Просто вот, ну. Молодцы. Ну вот так. А какого числа ты родился? 3 октября. 93-го года. Да. Да? Вы второй раскидываете? А? Я родился... лучше джокер я родился 3 октября в 3.10. 3-10 числа. В 3.10 ровно. Давайте лучше джокер раскинем. Джокер? Я умею играть. А я знаю, я не сомневался по-любому. Мы с Грузией. Там 4 человека. Нормально сыграем. Можем, а мы вчетвером, а... Не, Барсон, я не могу уйти от этого. А чего? С этого хвоста кармического. А у меня карма, знаешь, вообще не берет. Я туда не хочу ходить, там классно. Реально? Да, конечно. А вы здесь, да, местные? И как вам? Астафуллах, так вы говорите. Мне надоедает Сочи. Очень скучно. Скучно, да? Здесь, да. А? Первый раз. Мы тут живем. А, вы тут живете? Ты как он? Класс, мы самый лучший город. Локации. Вот только с Дубая вернусь, клянусь. Вчера. Там очень жарко. Да? На UFC да. Были. Футбол взяли. Хотите дубайский? А, у меня там нет уже денег дубайских. Нет. Вам всем деньги дали. Закончились. Уже все. Брат, смотри, еще 15 секунд и уже гражданство получишь. Да, офицер. Лучше в Батуми ездите. Летом ушел. Просто сейчас курс плохой, знаешь? Курс очень плохой. Ужасный. Я из-за этого... Ситуация неплохой. Не, смотри, какая ситуация. Знаешь, почему он плохой для нас именно? Потому что в рублях зарабатываем и хотим на доллар перекинуть. Сейчас 90. А прикинь, я почувствовала себя бомжом в Ереване в этом году. Ни в коем случае. А там тоже, да, везде испортился курс. Бензин в Грузии стоит столько?
знаешь сколько? 23, 25, 3,50. Это премиум, сейчас он 3,70 стоит. А ты прикинь, у меня еще целый 63, 30 литров расход. Видели нашу легендарную машину? Шрек. Жигули. Жигули. Турбо. Согласен? Классика. Вот. А чем еду принесли, а мне нет? Салон не сказал. А, у красный тоже. Мы только по красным салонам. Да, конечно. На грузинских номерах что двигается? На грузинских? Да. Злой 3-9. Злой 3-9. А, то есть если мы вас в городе увидим, машину увидим, конечно. Поймем с тобой, да? Не, ну да. Ты знаешь эти номера? Нет, я думала себе, какие номера делать. Давай тебе сделаем, знаешь, как ZLY, а типа злая 3-9. Я-то хотел своей жимки купить, купил ей. Жук, прикинь, Nissan Жук, в итоге расстались. А номера какие были? Я своей ничего не купил, поэтому нормально все было. Еще и плюс я просто такой, знаешь, добрый. Я базилик. А? Я базилик. Базилик? Это суп, да? Это мне. Просто вообще все кинули. Трешерку нельзя. 6 это фартовое. Ужасное число. 7 фартовое. 7 фарт. Я вот собираю деньги с последними 128, знаешь, типа к деньгам. Нумерологией занимался в свое время. Бывшим. Не, меня потом по 159 хотели закрыть за мошенничество. Я валюты подменил. Мы никому ничего не скажем. Точно? Точно. Начинай. Нас тут смотрят, нас сразу спалят. Покупали? Покупали 5. Нет, по 228. Не, не наши. Не, не наши. Чьими-то слезами деньги зарабатывать не поправляет. Матерей типа? Ну да. А уже переделали, сейчас рестайлинг тоже произошел. Под одну все равно барыгой идешь. Там в тюрьме не объяснишь, по какой статье. А про Иран? Про Иран молчим. Все будут что правильно? Там же есть количество, ну от 3 грамм, все правильно. Это первое. Я смотрю, торчу разбивается, да? Но ты забыла про употребление. Употребление распространение. Вот, видишь? А ты что, не из полиции? Не верь. Не. Я могу по глазам сказать, человек с погонами. Она как будто из полиции. Она так посмотрела? Ты. Она, да. Да? Я прям по глазам увидел, что она... Отвечаю. Информация. Глаза не врут, знаешь? Все. Она как смотрит, именно как опер. Что я в Федосе? Уголовный розыск. Она? Опер, какой зовут? Следователь какой-то, да? Опер? А сейчас след... Хочу в опер. Реально? Она врет, прикинь мне. Да, так же, как и мы. Да. Такие же, как и мы, оперы. Там такой же трио. Да, в смысле, брат, связка жесткая. А ты тоже на условном, да? А как зовут? Я даже не спросил. Лиля? Лиля? Эка. Эка. Чисто грузинское имя? Аба. Кристина. Кристина. Кристина, молодец. Слышишь, скорее вы поженитесь, потому что я джинсы показываю. Джинсы. Ладно, зато скажи честно. Зато Зара есть в Тбилиси. Макдак есть. Что, не закупилась ничего? Нет. Я когда курс увидела, я вот так вот села, посмотрела. Проще с Европы заказать. И поняла, что лучше заказывать в Испании. Вау. Не, зато смотри, в чем прикол. Ты сэкономишь, вот зато кайфа не получишь. Зато ты идешь и в этот день покупаешь. У нас знакомый, кстати, вор в законе, сван в Италии есть, представьте? Эти сваны где только не находят. Был в жизни моей один сван. И как? А, в натуре. А почему перекрестилась? Он мне психу сломал, брат. Там, в смысле, по-другому не бывает. Там либо психу ломать, либо нос понял. Да, надо сказать, через 3 дня дойдешь. Надеюсь, он это не сможет. Молчи, ну. Где твое ухо, вот? С вами, хорошо. Согласен. Правильно. Я говорю. Про бывшую? Самая лучшая была. Да. Не совсем. Вот еще жене не говорю. Что, она самая лучшая? Хорошо, не буду говорить. Ада. Меня будет сейчас жена убьет, походу. А вот Кирилл тоже был в Тбилиси. Контент делай, контент. Извини. Я не говорил ничего. Контент делай. Про что сказал? Про курди. Я не говорил ничего. Конечно. А что, блядь? Я пропустил, брат, что было? О, что вылетело изо рта у тебя. Меня? ПВО сработало. А вы здесь часто сидите? Да, я говорю, да? Вот здесь и видел. Ну просто тогда лысые были. Лысые? Да. Возможно. Без бороды, без всего. Реально? Да? Да, под кафельки. Да, прикинь, запомнила. Я тогда это, шифровала.
Да, да, от кого? Да, просто дело уже. Дело уже все, можно. Курдихар. Винава. Мамавали вот. Это что значит? Вот такая. Хороший парень должен быть в розыске. А поэтому мы... Вот такая. Хорошая это у вас пословица. А знаешь, что как говорят? Я не буду говорить, на стриме ломает. Неправильно люди поймут. Почему? Нет. Ладно, не говори. Вы домашние котики. Кирилл, заткнись. Кирилл. Вы уходите? Взаимно, взаимно. Как жалко. Ты парень, что на пор? Спасибо. Шнура галицун. Соответственно, мерси ереванская. Ереванская, да? Да, по-любому, мерси кто говорит? Куда? Я думал, что... Сейчас, я думал, сейчас поработаю, чтобы у него здесь гражданство появилось. Какая разница? Роз тоже поправляет связи, да? Алло. Мерси местные, армян. Я знаю, что мерси говорит в Ереване. Чисто тоже говорят. Чисто ереванский говорят.